Но я всегда был на связи с вами в каждое воскресенье. Смотрел проповеди и Сергея Мартюнича, когда он здесь проповедовал, и пастору Дмитрию. Пастор Дмитрий, спасибо тебе за то, что ты в мое отсутствие держишь оборону. Я понимаю, как это. Многие не видят труд пасторов. Они, как вчера здесь проповедовали, они не любят людей, говорят. Поэтому мы не пастора, а учителя. Мы любим Слово Божие. Как здорово любить просто Слово Божие и не любить людей. Так спокойно. Не надо напрягаться. Слово Божие, оно имеет такое свойство. Оно говорит, но не настаивает. Заметили, что Дух Святой, Он говорит тихо. Он не кричит никогда, не орет. Он говорит тихо, пару-тройку раз. И если ты не отвечаешь, Он так раз и как бы отступает, давая тебе возможность подумать и все остальное. А плоть, она всегда орет. Заметили? Особенно, когда iPhone хочется, а денег нет. И она кричит, возьми кредит. Тебе так нужен этот iPhone 12. Просто необходим. Ну ты вчера только 11-й купил, Pro. Зачем 12-й? Просто, он квадратненький. Нужен. И она орет. И чаще она побеждает. Потому что дух, он спокоен, его надо слышать. Поэтому, друзья мои, я понимаю, что такое пасторский труд, сам в нем стою. Спасибо тебе, пастор Дмитрий, за то, что ты прикрываешь тылы. Слава Богу, давайте поблагодарим за наших пасторов. Вообще хочу поблагодарить за всех пасторов, которые трудятся и в Вардане, и в Дагомысе, и в Хосте, и в Адлере. Я понимаю, как им сложно. Они смотрят на нашу церковь, завидуют где-то, справляются с завистью, может быть, где-то. А может быть, и радуются, я не знаю. Но трудно, когда у тебя 20 человек, а в твою церковь 200 приходят. И ты думаешь, вот этому пастору старшему повезло, а тебе не очень. Так думают некоторые. Но это не наши пастора, это в других церквях 100%. Наши так не думают. Но знаете, когда я стоял здесь на собрании, я-то, ну, не знаю, вот, ну, такой пастор, я всегда считаю, сколько на собрании людей. Я прямо вот переживаю, если 10 меньше, мне дурно становится. Если 10 больше, я как-то вот, ну, радуюсь. В своей церкви, в чужих не считаю, а в своей как-то вот, ну, переживаю за то, чтобы церковь росла. Это может быть плохо, с одной стороны, привязан ты, но я вот не только слово люблю, но и людей. И хочу, чтобы они спасались, и чтобы они приходили на собрание. Вот. И когда стоял сегодня, смотрю, пол церкви просто нет. Ну, ее и сейчас особо нет. Ну, просто их нет. У нас сегодня гости в наших церквях проповедуют, и некоторые, они любят за гостями ездить. Наверное, ну, сейчас по сводкам увижу, мне присылают отчеты сколько. Кто где, в какую церковь рванул, к какому гостю. Но я, знаете, что понял? Что лучше всегда быть дома. В домашней церкви. Гости классно. Я сегодня специально не позвал в нашу церковь гостей, хотя их было много, потому что я 2 недели уже не был дома. И знаете что? Я понимаю, что я соскучился по домашней церкви. Ну, также увидел, что не все по мне соскучились. Ну, ничего. Зато я вижу тех, кто действительно соскучился. Истинных. Поэтому слава Господу. Приходите всегда в домашнюю церковь. Дом созидайте свой. Потому что нас всегда больше любят в гостях. Вы знаете, какой я классный пастор, когда я приезжаю к кому-то в гости? Я вообще, я так себе сам завидую. Слушайте, меня так любят в других церквях. Я думаю, вот, наверное, в нашей не очень благодарны. И 2 недели отсутствовал. Думаю, может быть, буду проповедовать, они как-то лучше воспримут. Хотя я знаю, что вы меня любите. Правда ведь? Ну вот, да. Выпросил. Слава Богу. Вот, но в других церквях ты приезжаешь, тебе кажется, что ты самый великий проповедник. Ты так проповедуешь, так заходят, думаешь, слушай, вот классно. Потом понимаешь, что они-то твои истории не слышали. Для них они новые, а в твоей церкви их уже по 5-му кругу слушают. Все твои свидетельства, все твои истории. А самое главное, в разных интерпретациях. То у тебя было там 2, потом стало 3, а потом и вообще 5. И они думают, откуда это все появляется? Ну, умножается, понимаете? Во Христе все умножается, вот что сделаешь.
Поэтому, друзья мои, слава Богу за вас, что вы сегодня дома, что вы сегодня в своей церкви, что вы сегодня на собрании можете видеть, можете слышать. И пусть Господь вас будет сегодня благословлять. Мы отсутствовали, и так получается, и, наверное, будет теперь получаться, что в гости приглашают, как ты и ездишь по городам и селам, и проповедуешь. Но у нас есть Ольга Андреевна, она молится, и я однажды слышал, она прям молится за пастора, пусть он будет служителем международного уровня. И я ей говорю: да вы не знаете, о чем молитесь. Она говорит: нет, пастор, это откровение. А потом меня нет недели две, она подходит и спрашивает: а где вы были? Что так долго отсутствовали? Мы уже соскучились. Я говорю: так сами молитесь, и молитва исполняется. Я говорю: это только начало. Поэтому аккуратнее молитесь за что-то. Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Бог благой. Бог благой, а значит, очень добрый. Или это одно и то же? Правда? Ну скажите аминь, хорошо. Знаете, Бог не у тебя, у одного добрый, а у другого злой. Так не бывает. Бог всегда добрый. Бог есть добро, от Него исходит добро. Он всегда добр и милостив, и человеколюбивый. Он милостив и человеколюбивый. Он любит человечество, друзья мои. Вы знаете, хочу вот сказать одну фразу, и можно на этом закончить вообще всю проповедь. В этой фразе вся проповедь, вся полнота. Послушай меня, дорогой друг. Если Господь разрушает твои планы, значит, Он видит, что планы разрушают тебя. Поэтому никогда не сетуй на Бога. Он добрый. Даже если сегодня недобрый ты проходишь в своей жизни, я знаю почему. Потому что добрый Бог действует сейчас для того, чтобы ты однажды попал в добрый и сам стал добрым прежде всего. Бог не заинтересован, или скажу так, мало заинтересован, что происходит в нашей жизни. Он не заинтересован в обстоятельствах. Он больше заинтересован, что происходит внутри тебя. Он больше заинтересован в тебе. Он не хочет изменять обстоятельства только. Он хочет через обстоятельства изменять тебя. Поэтому сегодня в твоей жизни может быть не совсем хорошие обстоятельства, потому что Бог, добрый Бог, работает с тобой. И для Него ты дороже. Это как с детьми. Если позволить детям делать все, что они хотят, это не приведет их к добру и не приведет к хорошему воспитанию. Я вижу, как родители позволяют своим детям манипулировать ими, капризничать. И они покупают им очередные игрушки, они позволяют им все. Потому что так проще, понимаешь? Ребенок ноет, ему надо говорить, с ним надо общаться, его надо выслушивать, надо терпеть, надо воспитывать. Сунул игрушку или телефон сейчас модно, и все. Ну послушай меня, он когда вырастет, он будет в два раза больше тобой манипулировать. А может быть, еще больше. И если ты сейчас с ним не занимаешься его воспитанием, и если сейчас ты его не научишь послушаться, то не думай, что в 10 лет, когда он начнет понимать все, вот тогда самое время его учить. Тогда будет уже поздно. Совсем поздно. Он уже сформирует свой характер, и он вообще ничего не будет понимать. И ты потом будешь думать и говорить: в кого он такой эгоист вырос? Это твое воспитание. Вот Бог не так делает с нами. Он заинтересован в нас. И поэтому мы в своей жизни порой имеем не то, что бы хотели, друзья мои. В нашей жизни бывают абсолютно разные периоды. Бывают периоды, когда мы живем и счастливы, потому что все обстоятельства складываются так, как бы мы этого хотели. Наши планы исполняются, задачи и цели достигаются. Все выходит, все получается, все спорится, все ладится. И тогда ты доволен, ты счастлив, все прекрасно, все хорошо, и хорошо песни петь, и аллилуйя, и ты улыбаешься, и ты радостен. А бывает в жизни так, что как будто со всех сторон на тебя наперло, как будто жизнь просто ополчилась, обозлилась на тебя, а Господь совсем тебя забыл и вообще тебя не слышит. Вот такой период, и мы тогда перестаем радоваться. Мы ходим хмурые, да, мы знаем, что надо славить, да, мы знаем, что в Господе, радость Господи сила наша,
Но у нас не получается. Вот как-то внутренность не славит, как-то она унывает. Унывает душа наша в таких периодах жизни. И кажется, что Бог не слышит. И кажется, что Бог забыл. И знаете, что мы начинаем делать? Мы начинаем искать причину. В чем причина? Где я оступился? Где я сделал что-то не так? И как всегда находим ее. Но порой бывает, это не та причина. Просто в твоей жизни есть такой период. Вы знаете, жизнь, она вообще состоит из периодов. Как год, который имеет в себе и осень, и зиму, и лето, и весну. Так же и мы в своей жизни имеем абсолютно разные периоды. И блажен человек, который умеет различать периоды. Но самое главное, блажен тот человек, который может с достоинством проходить разные периоды своей жизни. Знаете, когда у него все хорошо, не зазнаться. Потому что испытание медными трубами – это очень серьезное испытание. Когда славу тебе трубят, когда у тебя все классно, когда все у тебя идет в гору, человек часто в это время может возгордиться. Так часто бывает, что он превозносится над другими, потому что у него все получается, ему кажется, что у него очень близкие отношения с Богом. Поэтому Бог его щедро благословляет. А есть периоды, когда тебя щемит со всех сторон. И тоже надо с достоинством пройти этот период. Ни в коем случае не упасть в уныние, ни в коем случае не начать роптать. Потому что ропот – это недоверие Господу. Ропот страшно. Но знаете, некоторые воочию не ворчат, не ропчут, но внутри у них недовольство своей жизнью. Сегодня 80% христиан недовольны своей жизнью. Недовольны. Я задавал вопрос, почему мы недовольны своей жизнью? Почему? Потому что однажды мы получили шаблон, как должно быть. Не знаю, он возник, может быть, даже незаметно. Из-за того, что ты просматриваешь какие-то фильмы, из-за того, что ты слушаешь какие-то проповеди, из-за того, что ты смотришь на жизнь других людей там по-другому, и у нас возникает образ внутри нас, как должно быть в моей жизни. Мы же знаем, как должно быть. Вот если будет так, вот тогда будет классно, вот тогда будет хорошо. Но по факту или в действительности оно не соответствует. И мы недовольны. Несоответствие. Несоответствие того, как, чего должно быть, что должно быть. Нам кажется, это должно, мы заслужили, вот так должно быть. Вот такой должен быть муж, вот такая должна быть жена, вот такая должна быть церковь, пастор, вот такое должно быть государство. Вы слышали, как люди ропчут на государство? У меня вопрос, а почему? Потому что они однажды увидели, как должно быть. Ну, где-нибудь там в Барселоне находясь или в Нью-Йорке, они вдруг увидели, вот так должно быть. Но вы же не знаете всех механизмов. Ну просто вы увидели оболочку, и так должно быть. И все, они приехали, и президент не такой, и правительство не такое, и выплаты не такие. Ну про налоги ничего не говорят на Западе. Если бы они узнали, какие там налоги, и какие у нас налоги, обложения, у них бы, наверное, поменялось представление. Знаете, мы не все детали знаем. Нам свойственно так вот выбрать хорошее и потом сетовать, что не так у нас в жизни. Но на самом деле жизнь состоит из периодов. И знаете, что я увидел? Не пройдя один период, ты не попадешь в другой период. И иногда мы застреваем в периодах, потому что мы не можем его пройти с достоинством. Как израильский народ застрял в пустыне. Они проходили пустыню, они не должны были там жить 40 лет, они должны ее были пройти, они должны были пройти один период и попасть в другой период. И вот знаете, человек иногда не может пройти один период, и поэтому не попадает в другой период. А иногда бывает так, что человек, попав в хороший период или находясь в хорошем периоде, но не имел в своей жизни плохого периода, он не понимает, что он находится в хорошем. Без плохого человек не может понять, что есть хорошее. Представляете, он вырос всегда в семье верующих людей, окутанный любовью, потом свою семью создал, и тоже в ней любовь. И вот в один прекрасный момент он понимает, что любви нет. Просто нет, как-то ему присытился, как-то надоело все, нет любви. Почему? А потому что он не рос в семье, в которой действительно не было любви. И мы вот иногда неблагодарны лишь только потому, что мы не знаем, что плохого, что такое плохо. Мы находимся в хорошем, и посреди хорошего мы
ропчем, потому что не знаем, что такое плохое. Мы же с супругой поехали в один из городов, не буду называть их название, и сидели с друзьями, вечером кушали, и решили вечером прогуляться. Думаем, что ну, во всех городах России, так же, как и в Сочи, чистота, весны такой нет, снега тоже не было, грязи тоже нет, фонари везде горят, цветы кругом, кусты кругом, идешь, иллюминация, все чистенько, по винограду, по любой улице в Сочи пойди, ну, в горы только не зала, и везде чистенько, и ты идешь в ботиночках, кроссовочках, и все хорошо. Так мы привыкли и думаем, ну, тут тоже должно быть так хорошо, только мы забыли, что мы в другом городе. А друзья нам говорят, вы еще пешком хотите пойти? Мы говорим, да, давайте мы вас довезем. Да не, не надо, что тут 1,5 километра идти, мы так прогуляемся. Через 500 метров мы пожалели. Мы шли по колено в грязи, и жена говорит, куда ты меня повел? Я говорю, сам бы знал. Я включил навигатор, смотрю по навигатору, и шли посередине дороги, проезжей части. Машины сигналили, потому что сбоку тротуаров не было. И сбоку по обочине идти было невозможно. Там было по колено. И мы шли, люди, наверное, думают, вот ненормальные, куда они идут? А мы говорим, мы не ненормальные, мы из Сочи. Понимаете, потому что мы привыкли в этом городе и думаем, везде так должно быть. Но оно не так, вообще не так. А мы здесь живем и даже не понимаем, и даже радоваться забыли, что мы живем в лучшем городе, ходим в лучшую церковь, имеем самого лучшего пастора. Вот на этой ноте закончим. Но жизнь состоит из периодов. Поэтому, знаешь, на некоторых иногда посмотришь, и в их жизни как будто один сплошной негативный период. Вот люди живут в таком периоде долгое время. И по этому поводу вспоминается одна история. Может быть, вы ее знаете, но напомню. Когда два человека встречаются, один другого спрашивает, как у тебя дела? Тот говорит, знаешь, у меня черная полоса. Как-то не везет мне в жизни. Тот говорит, не переживай, верующие же, мы всегда любим утешать. Порой не знаем, как утешать, но мы всегда знаем, все пройдет. И это тоже. И притчу рассказываем о царе Давиде, у которого было кольцо. Когда он нервничал, он бросил, на кольце было написано, все пройдет, он потом его бросил, увидел на обратной стороне, что и это тоже пройдет. Да? Вот такие любим истории рассказывать, что особенно не пройдя ту ситуацию, в которой человек находится. У меня Марина, она любит говорить такую вещь, говорит, чужую беду рукой разведу. Знаете, вот действительно, ты чужую беду, там вот все ты чужие дела разрулишь прям в легкую. А когда в свою жизнь приходит что-то, ты вот как-то пасуешь. И вот этот человек говорит, да не переживай, все пройдет, пройдет и это, не переживай, Бог не умер, Бог с тобой, все классно. Проходит еще какое-то время, они опять встречаются, этот радостный, ну что, все прошло, все классно, все здорово. Тот говорит, помнишь, я тебе говорил, что это черная полоса была? Он говорит, да, конечно, помню, ты же сказал, что тебе не везет. Так вот, это, говорит, белая была, оказалось. Понимаете, разные периоды. И ты оказывался в белой полосе, но думал, что она черная, пока не пришло что-то в твою жизнь гораздо худшее. И когда я смотрю в Библию, я нахожу историю об Иосифе, я проповедовал о нем. Я вижу, как его жизнь разделена на разные периоды. Помните, кратко вспомню его жизнь. Иосиф, который до 17 лет рос в любви своего отца. Отец его так любил, что даже цветные одежды пошил ему, чтобы отделить его от других сыновей. Сыновья его за это не любили. Еще не любили его за то, братья его не любили за то, что он немного там на них отцу доносил об их делах. Как у нас любят говорить среди мужчин, стучал. Такой, знаете, папин стукачок был. Приносил папе информацию. Папе было хорошо, братьям не очень. И они любили, не любили его. А папа очень любил, потому что все знал о братьях и просто был его любимый сын. И вот Иосиф рос, он был в безусловной любви отца до 17 лет. Он ни о чем не заботился. Папа всех на поля отправлял. А его отправлял пойти посмотреть, потому что информация у папы заканчивалась о братьях. И он говорит, иди-ка посмотри, что они там делают, приди и расскажи мне. Он не с ними пас,
А те его не брали с собой, потому что думали, ну возьми его с собой, потом все папе расскажет. И он рос вот до определенного времени, и мы видим такой период, период любви, беззаботного счастья, можно сказать. И потом мы знаем, что Бог дал ему сны, и он ничего умного не нашел, как рассказать об этих снах. Это от гордости, 100% от гордости. Я когда проповедовал, говорил об этом, некоторые потом не согласились, но если вы будете внимательно читать, вы увидите, что только от гордости. Ему не надо было рассказывать об этих снах. Но он рассказал братьям, которые ненавидели его, и они еще больше не возлюбили его. Они еще больше стали его ненавидеть. И когда он пошел по заданию папы посмотреть, как они там на полях пасут его скот, то они, увидев его, затеяли плохое. И мы видим, как период вот этой безусловной любви у Иосифа заканчивается. И начинается период предательства, период разочарования, отчаяния, пленения, тюрьмы. И целых 13 лет, послушайте, 13 лет длился этот период. Это не те две недели, которые тебе зарплату не выплачивали. И ты уже Бога похоронил и сказал, Бога нет, и в церковь перестал ходить. Это 13 лет, друзья мои. 13 лет, период жестких испытаний. Он, во-первых, предан своими братьями, попадает в яму. Братья берут его одежду, мажут в крови, приносят папе. Папа считает его умершим, сказал, дикие звери задрали моего любимого сына. Его братья хорошо хоть не убили. У старшего брата хватило смелости противостать своим братьям, и они его просто продали в рабство. Его поместили в дом Потифара. Вроде бы жизнь только стала налаживаться. Потифар там дал управлять своим домом. Но жена Потифара ополчилась. Наклеветала на него. Его поместили в еще худшую ситуацию, в тюрьму. В тюрьме он пробыл. И только мы видим этот период такой жизни, 13 лет. И после этого там он встречается, помните, с хлебодаром и виночерпием, и толкует их сны, Бог дал ему дар истолкования, снов дар пророчества, он толкует их сны, и, знаете, понимает, что Бог с ним, и написано, что Бог был с ним в этих ситуациях, и давал успех его рукам, и люди видели этот успех, и отдавали все в его управление, и он понимал, наверное, что Бог с ним. Но, знаете, вот человеческое, оно всегда как-то выскакивает из нас наружу, понимает, что Бог должен все сделать. Но виночерпию говорит, слушай, замолви словечко, не забудь там за меня. Решил своими путями и выйти из тюрьмы. Вот он шанс, вот он человек, который мне поможет. Как часто мы, надеясь на Господа, все-таки бывает больше надеемся на людей. Вот они связи, вот он этот человек. Вот сейчас, ну он же сон растолковал, и он же очутится рядом с царем Египта, у которого вся власть. Ему одно слово только сказать этому царю, и царь меня вытащит из тюрьмы. Не так или так? И мы тоже всегда в своей жизни ищем этих связей. Замолви за меня словечко. И ты замолви за меня словечко. И что происходит? Виночерпий выходит и забывает на 2 года. За 2 года у тебя, наверное, все шансы рухнут о том, что он вспомнит о тебе. Ты надеешься, а представьте состояние Иосифа. Он же попросил влиятельного человека, неделю ждет, ничего. Ну, наверное, сейчас пока вышел, пока с семьей встретился, да, пока там свои дела, 2-я неделя, ничего. Ну, сейчас еще подождем. 3-й, 4-й месяц, 2, 3, год. Мне кажется, уже через месяц ты перестанешь надеяться. А на 2 года ты уже и забыл, что ты просил этого человека замолвить за тебя слово. Ну, знаете, что происходит? Вдруг сны видит фараон, и никто, послушайте, вообще, у него целая армия всяких там волхвов, других, и никто простой элементарный сон не может разгадать. Это как так? И вдруг, через 2 года, череда случайностей, да, случайно сон у фараона, случайно вдруг через 2 года виночерпий вспоминает об Иосифе, случайно ему говорит, и случайно его вытаскивают из тюрьмы, ставят перед фараоном, и случайно Иосиф разгадал эти сны, и случайно его ставят премьер-министром.
Друзья мои, все это не случайно. Только Бог может сделать так, что засыпая в тюрьме, ты просыпаешься во дворце своего царя и становишься вторым лицом. Это Бог только за один день, за одно мгновение из ямы может поднять тебя на высоты. Поэтому не важно, что происходит в твоей жизни. Мы-то последовательность какую-то в своем плане вырабатываем, что сейчас чуть-чуть лучше станет, еще чуть-чуть и еще чуть-чуть, а потом совсем хорошо. А Бог может прийти и в один час изменить всю ситуацию. Поэтому никогда не отчаивайся, а всегда надейся на Господа. Аминь. Аллилуйя! И мы видим, что Иосиф уже второй человек в стране, в самой могущественной стране мира. Второй человек. Послушайте, мы видим уже другой период, самый лучший период. Период, когда Иосиф входит в свое призвание, входит в свое предназначение, и Бог его ведет. Его предназначение было не просто, чтобы братья и отец поклонился в этих снах. Его предназначение было спасти народ Израиля, который попал в голод, пришедший на эту землю. И Иосиф, благодаря своей мудрости, спас этот народ и дал им землю Гусеим, в которой они процветали впоследствии. И вот происходит так, что братья приходят, сны Иосифа исполняются, они поклоняются ему, он их узнает, помните, отец переезжает со всем семейством к нему, туда, в эту страну. И вот отец умирает, и братья начинают бояться, потому что Иосиф, пока их принял, он столько там фокусов навыделывал. Помните, то им чашку засунул, свою любимую, в мешок, то там брата одного оставил, то повелел другого пригласить. Помните эту историю? Это мы так читаем, думаем, что, а он там, наверное, боролся, думал, что вообще с ними сделать? Может быть, их арестовать? У него, наверное, вот эта внутренняя борьба, простить, не простить. Это вы сразу прощаете в первый день, когда у вас попросили извинения. А он вот борется. И знаете, братья-то все это видят, они понимают, что он не, ему не так легко простить, потому что они реальное зло сделали против него. И вот их отец умирает, тот, который сдерживал Иосифа. И они, знаете, ничего лучшего не пришли, они сразу пришли к Иосифу и говорят, послушай, отец завещал. Вот на смертном ложе, когда лежал, он этого вообще ничего не делал. А они решили Иосифа развести. Они пришли бояться за свою жизнь и говорят, послушай, вот отец, тебя не было рядом, ты тут государственными делами занят, а мы вот-то были рядом, когда он умирал. И вот он нам лично сказал, чтобы ты нам не делал зла. Понимаешь? Вот отец, он потревожился, побеспокоился. Ну, на всякий случай, мы любим так, на всякий случай, прикрыться. Знаешь, пастор сказал, пастор не говорил. Не, ну там между строк говорил. Мы любим так, имя какое-нибудь. Вот ты говоришь, твоего авторитета недостаточно, имя. А самое распространенное сегодня, мне Бог сказал. Все, это уже не подходи. Подожди, ну как-то не вписывается в структуру нашей церкви, не вписывается в это служение, не вписывается в дух. Я не знаю, что куда вписывается, но мне Бог сказал. И все, ты к человеку уже не подойдешь, ему Бог сказал. Как сказал, где сказал, неважно. И этим самым он говорит, остальные все не авторитет вообще. Ну послушайте, Бог так не поступает, когда он тебе говорит, и чтобы твое или его послание вразрез пошло остальным всем. Так не бывает. Неужто Бог одному так говорит, а другому так? Если он сказал, хотя бы это как-то параллелиться должно, а не совсем в разрез. И они ему говорят, не делай нам зла, потому что отец не просто сказал, а типа они сказали, это вообще последнее волеизъявление нашего отца. Знаете, в Израиле и везде было принято исполнять последнее волеизъявление, которое произнес человек на смертном одре. Не делай нам зла. Но Иосиф, глядя на них, говорит такие слова, послушайте меня. Они-то понимают, что они ему много зла наделали. И просят его от имени отца не делать им зла. Но Иосиф говорит, не бойтесь. Он говорит, не бойтесь. Это Бытие 50 глава, с 19 стиха я читаю. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Послушайте. И следующие слова он говорит, но Бог обратил
это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Послушайте, сегодня проповедь называется «Бог оборачивает зло в добро». Послушайте, Иосиф, пройдя эти испытания, 13 лет, пройдя предательство, пройдя забвение, пройдя рабство, пройдя заключение, смотрит на свою жизнь и говорит, вот все то, что было худого в этой жизни, Бог все это обратил в добро. Он уже не принимает зло в своей жизни. Он уже говорит, вот это, именно это зло, которое я там считал злом, оно понадобилось Богу как строительный материал для того, чтобы сегодня в моей жизни сделать добро. Послушайте, послание к римлянам. Павел пишет такие слова. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послушайте, есть здесь хоть один человек, который не любит Бога? Вот есть здесь, кто не любит Бога? Просто приперся сюда для того, чтобы выразить свою нелюбовь к Богу. Нет ни одного. Послушайте, но если вы здесь сидите на этом месте, значит 100% только по одному факту, что вы сегодня в церкви, вы призваны. Значит, вы любите и вы призваны. Значит, все в жизни этой будет содействовать в итоге вам ко благо. Послушайте, Павел не говорит, что те обстоятельства плохие, которые вы сегодня проходите, это и есть благо. Он так не говорит. О, меня посадили в тюрьму или я попал в аварию, какое благо. Это не благо, это плохое. Но он говорит, это... Все, если ты будешь идти за Богом, если ты будешь с Богом, если ты будешь Его любить, если ты будешь двигаться в своем призвании, Бог в итоге все это обратит во благо. Потому что Он Бог, который все оборачивает во благо. И порой Ему нужно что-то, чтобы, преломив это, сделать больше. И Он даже преломит ту ситуацию, в которой ты сейчас находишься, которая тебе не нравится, и из нее сделает в итоге благо. Ну дайте аплодисменты Богу, не мне, да. Послушайте, Иаков нам уже поясняет, он дает толкование, как Бог испытания или плохие времена превращает во благо. Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Он говорит так. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Он не просто говорит «с радостью» или просто говорит «принимайте». Я бы написал «братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения». А он использует, усиливает радость, он говорит, с великой радостью. Не просто радуйся, а очень-очень-очень сильно радуйся, когда впадаешь в различные искушения. Я думаю, что, наверное, Иаков что-то покурил или что-то выпил перед этим, как сказать об этом. Потому что я мало встречаю людей, и я сам не такой, чтобы, когда приходят испытания, в них не только радоваться, а очень сильно радоваться. Есть хоть здесь один человек такой, который прям вот вообще, прям заходишь в церковь, он идет, аллилуйя, слава Богу, что такое, обанкротился. Подожди, у тебя может быть аллилуйя, а у церкви черный день, как теперь с десятинами там вообще. Но не делаем мы так. Для нас грусть и печаль. А Павел пишет, с великой радостью, братья, добавлю и сестры. Сестры говорят, слава Богу, что здесь нас нет, тут только для братьев. Поэтому пускай они радуются, когда впадают в великие искушения. Мы погрустим немножко, поплачем. Он говорит, нет, впадая в различные искушения, сильно радуйтесь. Повернись к своему брату, к сестре. Скажи, радуйся. И не просто радуйся, а сильно радуйся. Некоторые,
Некоторые не в искушение попали, а попали на собрание, где пастор решил не 40 минут проповедовать, а час 10, и уже смотришь, радости вообще нет. Все дела по боку. Радость исчезла на 53-й минуте, когда поняли, что пастора понесло. Все будет хорошо, не переживайте, я вовремя закончу. И дальше он расшифровывает. Он говорит, почему надо радоваться великой радостью. Он говорит, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Во-первых, он говорит, что когда мы попадаем в различного рода искушения, испытывается наша вера. Иисус Христос сказал однажды такие слова, «Найду ли веру, когда приду на землю?» Послушайте, мы себя считаем верующими людьми лишь только потому, что мы читаем Библию, что мы ходим в церковь, что мы получаем откровение, что мы Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, с чего все началось. И поэтому мы верующие люди. Но в глазах Бога неиспытанная вера, та вера, которая не прошла никаких испытаний, не побывала в горниле жизненном, она вообще не имеет места быть. Бог не видит веру, которая не прошла испытание, которая не испытана. Для Него такой веры не существует. Поэтому Он и говорит, приду на землю, найду ли тех людей, которые в испытаниях сохранили веру и не отступили, и не стали роптать. В глазах Бога вера драгоценна та, или имеет уже, начинается, или существует вера та, которая прошла испытание, которая выстояла в испытаниях, которая не отвергла того, что говорил Бог, которая держалась за слово и, может быть, даже не получила своего. Послушайте, когда мы открываем Евреям 11 главу, мы видим, кто такие герои веры. И там в середине прекращается то, что все что-то получали. Там знаете, что начинается? А другие не получили. Не получили. Чего не получили? Стоп, 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 чего? Выдуманного. Мы расстраиваемся тогда, когда мы выдуманного нами не получили. Мы представили себе что-то и не получили этого. И у нас разочарование. О, Господь, где ты был? Он меня оставил. Церковь не та. Слово не то, Бог не тот. Пойду в кришнаиты, там хоть песни поют веселые. Там, может, что-то получится. А здесь сказано обещанного. От кого обещанного? Стоп, подождите. А разве Бог изменился? Разве если Бог обещал и не дал, Он что, лжец? Друзья мои, я глубокие вещи сейчас говорю. У нас-то научение какое? Если Бог сказал, да вообще 100%. Дай аминь. И потом аминь, 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 еще эхо пошло. А здесь не получают обещанного. Не получили. Жили, не получили обещанного. Но, говорит, получат награду. Получат вместе с нами. Почему? Вот у них вера драгоценная. Потому что они, не получив, не отказались ни от чего. Они стояли в вере твердо. Послушайте, испытания, они делают нашу веру драгоценной, дороже, даже огнем очищенного золота. Не чуждайтесь, и в этом надо радоваться, потому что такая вера, она будет драгоценна в глазах Бога. Я всегда говорю, что там Адаму-то в Эдемском саду? Дух блуда там или еще что-то? У него вообще никаких искушений не было. Ему не с кем было выбирать. Одна только Ева. Остальные все животные. Он среди животных выбирал, уже ничего, никто не понравился. Сегодня мужчинам верности надо стоять. Сегодня не одна только Ева ходит. А в Сочи вообще не одна. Понимаете? Испытывается вера. То же самое и у бизнесменов, когда приходят кризисы. То же самое и семья. Когда претерпевают кризисы, когда мы перестали понимать друг друга или еще что-то, испытывается наша вера.
испытывается. Все, знаешь, у нас с тобой жизнь не клеится, как-то вот без удовольствия живем. Так раньше было хорошо жить, а сегодня без удовольствия. Давай разойдемся, давай разбежимся, давай другие пары найдем, там будет лучше. Чего будем мучить друг друга?